Сегодня перед вами будут выступать самые артистичные, самые танцевальные, самые веселые дети коллектива эстрадного танца «Импульс». Концертную программу открыла Надежда Горчакова, руководитель коллектива. Она поздравила всех с праздником. Отчетный концерт – это действительно праздник труда, когда можно увидеть итоги многочасовых занятий. Коллектив эстрадного танца «Импульс» подготовил интересную программу. Зрители вместе с участниками концерта отправились в путешествие по нашей неповторимой многоликой стране. Областная особенность нашей России большая и необъятная. И есть регионы, Московская область, Воронежская область. И в каждой области есть своя особенность, свой костюм, национальный колорит, своя музыка. И мы танцуем такие танцы. Вот областные нам очень нравятся. Они интересны, в них есть какая-то изюминка. Русские красавицы показали неповторимые, завораживающие танцы Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской областей. Кружится в танце яркий сарафан, отбивает звонкую дробь каблучки. Точеный стан, прямая осанка, открытый взгляд, слаженные движения – все это неотъемлемая часть русского танца. Нам сделали даже тетради, где танец народный, что обозначает, какие движения, что обозначает. Ну и хочется вспомнить, какие танцы были у народа русского. Они такие прям современные. Это понятно, можно сейчас на улицу выйти и любой станцует современно. А те, которые были до нас. Хороводы, пляски сменяли друг друга, показывая красоту движений не только тела, но и русской души. Девушки из старших групп поражали зрителей умением передавать в танце то или иное настроение. Буквально несколько минут назад они словно лебедушки плавно выплывали на сцену, а сейчас лихо исполняют плясовую. Среди участников коллектива были и те, кто в этом году впервые танцевал на сцене. Младшая группа «Импульсят», а малышам всего по 3-4 года, покорила зрителей своей трогательностью и непосредственностью. Зайка прыгал, 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 ты устал, хвостиком пошевелил, ушки вверх поднял. В настоящее время в коллективе эстрадного танца «Импульс» обучаются около 50 ребят. По их словам, они всегда с удовольствием приходят на занятия, ведь там их ждет добрый, профессиональный, строгий, но справедливый педагог-хореограф Надежда Горчакова. Надежда Владимировна очень умная, красивая, она очень хорошо нам ставит танцы, она понимает то, что нам это понравится, для нас это нормально. Она нам не ставит прям такие тяжелые, что мы не можем, она понимает, она наши мысли как будто читает, она фея, можно сказать, даже волшебница. Результатом дружной работы этого года стал отчетный концерт «Танец душа народа», яркие фрагменты которого еще долго будут вспоминаться зрителям. Анна Лихачева, Сергей Воронков, Михаил Поляков, ТВС Пущино.